Крупную партию осетровой икры перехватили сотрудники ДПС на 49-м километре автодороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Это было своего рода оперативное чутье. Белоснежный ленд-крузер автоинспектор остановил в селе Анастасьевка для проверки документов. На стандартный вопрос о наличии в салоне автомобиля запрещенных веществ, предметов и продукции водитель ответил нечто уклончивое. Учитывая нервозность собеседника, полицейский предложил показать груз. Он состоял из трех обмотанных клейкой лент. Сумок. В них оказались коробки с замороженной черной икрой, расфасованной в пластиковые контейнеры. Примерный вес партии, которую мужчина вез в Хабаровск, составил 60 килограммов. Стоимость такого количества деликатеса – около миллиона рублей. Что-либо объяснять задержанный отказался. Учитывая престижность внедорожника, который принадлежит подозреваемому, вряд ли это был курьер. Икра изъята для проведения экспертизы. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.